Павел Бережанский провел личный прием граждан в Звенигороде. Парламентарий встретился с жителями города в общественной приемной партии «Единая Россия». Большинство обращений касались проблем здравоохранения. Депутат сообщил, что узкие специалисты будут принимать детей в Звенигороде два раза в неделю. Кроме того, предложил организовать отдельную встречу жителей города с руководством Звенигородского отделения Одинцовской областной больницы. Все поступившие в ходе приема вопросы парламентарий взял на контроль.